Иван, хотела продолжить немножко то, о чем начал говорить Борислав, но переместиться в поле не Донбасса, а русская пропаганда и русское влияние присутствия сейчас усилилось на Западном фронте. Я имею в виду страны, которые являются непосредственно участниками нормандского формата. Я сейчас буду говорить о Франции, потому что я лучше ориентируюсь в этой ситуации. Я вам хочу сказать, что тот массивная не пропаганда, а, скажем так, дезинформация, которая сейчас происходит, она значительно страшнее, опаснее, чем просто пропаганда, потому что у французов есть иммунитет к пропаганде. И они всегда нам говорят, не дай вам, Боже, впасть в контрпропаганду, потому что то же самое, что тоталитаризм и контртоталитаризм, да, это такая же опасность. А вот что касается дипломатического присутствия русского в Париже, который просто ездит французским дипломатам по ушам, дошло уже до того, что французский министр иностранных дел, он считает, что панацея для спасения экономики Франции – это снятие санкций с России, потому что проблема внутренней экономики – это проблема, связанная с сельским хозяйством, а это связано с тем, что нет экспорта в Россию. Естественно, это не так. Но надо признать работу русской дипломатии, Оксана, которая вложила... Оксана, дают ростки вот эти зерна, которые... Конечно, они дают, да? Эти ростки, потому что министр иностранных дел Франции – это бывший премьер Франции. Это человек, который не совсем из дипломатического поля. И он не так интересуется досье международных отношений, как это было с предыдущим Фабиус. Вы говорите про ЭРО? Да. Я говорю про ЭРО. А, про ЭРО. Про ЭРО, конечно. Нет, Фабиус был дипломатом, но Эйро – это премьер-министр в первую очередь, к тому же бывший учитель немецкого языка, который дружит с Меркель, говорит с немцами на их языке. Хорошо, и что должна сделать Украина, Оксана? Что пока нам хвастаться нечем. Хороших новостей из Украины во Францию Украина? Точно не поступает. Во-первых, Украина должна представить... У нас как не кризис, извините, да, то да, очередные разборки. Подсказки от высокопоставленных французских дипломатов. Из страны проблемы Украина должна превратиться в страну решения. Что это значит? Это не мне говорите, депутатам говорите, пожалуйста. У французов проблема с экономикой. Окей, Украина, новый рынок, который открывается. Значит, наш министр иностранных дел должен в первую очередь предложить, чем Украина может быть интересна Франции. То есть он приходит с пакетом предложений со стороны Украины, и потом на десерт, как это принято в дипломатии французской, решает вопросы, связанные с политикой, с дипломатией. Я бы очень хотела вернуться к Минскому процессу, потому что есть два камня преткновения очень важных. Во-первых, французы уверены, что Донбасс, проблема, это не на вот этой маленькой части оккупированной территории, а что это касается всего региона, и что сепаратисты прорусские, это не вот эти вот маргинализированный криминалитет, который сейчас с оружием в руках воюет против Украины, а что все население русскоязычное, что оно все население региона против Украины, и что по законам международного права нужно обязательно давать гарантии меньшинству. Поэтому они стоят на позициях выборов. Но когда вы им рассказываете популярно, очень подробно, вот ту позицию, которую только что изложил Роман, они говорят, ой, по-моему, мы вляпались. И они начинают менять свою позицию. Если вы заметили, Конституцию уже никто не произносит, да, про Конституцию уже никто не говорит, потому что им уже доходчиво это изложили. Второй момент очень важный. Это камень преткновения, это амнистия. Слово амнистия в современном международном праве имеет очень много трактовок, которые нам совершенно не подходят. Французы нам подсказывают следующую вещь. Есть такой концепт, который называется юстиция переходного периода. Это то, что помогло французам выпутаться из их конфликтов после Второй мировой войны с немцами. Это то, что помогает сейчас решать вопросы сирийской оппозиции. Так вот. Если бы мы убрали из переговорного процесса слово «амнистия» и заменили его на юстицию переходного периода, что это значит? Это значит юридическая квалификация совершающихся там событий. Когда ты даешь такую юридическую квалификацию, ты входишь в поле международного права без относительно того, признана это войной, не признана это войной. Международное право на юридическое визначение прокси войны.